во-первых, мы имеем дело все же с суверенными государствами. Беларусь, Казахстан, Россия – это состоявшиеся, очень признанные в мировом плане государства. И сегодня мы знаем, что ни одно государство не пятит свои суверенитеты, не, как говорится, не поступится. Почему? В каком плане? Во-первых, разговор шел о уголовно-правовых наказаниях. То есть, по сути дела, если мы подведем всех под одну основу, одно наказание во всех этих государствах, надо менять всю уголовно-правовую политику этих государств. Основой это привязано к границе за первую.